Казахстан впервые отпразднует День труда. Новый праздник будут отмечать ежегодно в последнее воскресенье сентября. Он призван пропагандировать рабочие профессии среди молодежи и укреплять традиции рабочих династий. Об этом сегодня речь шла на брифинге в СЦК. Сегодня по всей стране проходят конкурсы «Лучший в профессии» и «Человек труда». А уже завтра в столице пройдет республиканский форум к обществу всеобщего труда. В нем примут участие 226 делегатов со всех регионов, лидеры профсоюзов, союзного движения, представители бизнес-сообщества и международных организаций. В ходе форума отметят заслуги тех, кто внес весомый вклад в развитие горно-металлургической и нефтегазовой промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и других не менее важных отраслей. Предусмотрено чествование людей труда, чествование ветеранов труда, тех людей, которые добились результатов в трудовой деятельности. И предусмотрено награждение медалью Инбек Ардагеры. Такая медаль учреждена впервые. Данной медалью награждаются люди, достигшие стажа трудового 40 лет, в том числе в одной отрасли 10 лет, или достигшие наивысших результатов